Аудиозапись инспектора Джеймса Холлидея от 24 сентября 2145 года. В связи с недавними поломками транспортного оборудования на третьей площадке, руководство потребовало официального расследования. Мы должны оценить допустимые пределы веса и предложить лучшие способы безопасности хранения транспорта. Да какого хрена? Что-нибудь вообще работает? Ну-ка. Я потом закончу.
Инспектор Рон Ридж, 16 октября 2145 года. Недавний всплеск ДТП в транспортном тоннеле вызывает головную боль и у службы снабжения, и у ремонтников. Каждое ДТП приводит к задержке от 1 до 3 часов в доставке срочных грузов. Становится очевидным, что необходимо серьезно переоборудовать некоторые развилки и провести среди личного состава цикл лекций о безопасном вождении. За последние полгода основная масса дорожно-транспортных происшествий пришлась на участок дороги от НПРО до транспортного узла. На основных развязках тоннеля необходимо установить дорожные знаки и улучшить освещение. В часы пик на дороге не должно быть никакого постороннего транспорта. Весь персонал должен по возможности пользоваться монорельсом, чтобы не мешать перевозке грузов. Thank you.